Всем доброго времени суток, с вами я, Боровикова Юлия. Начну с хороших новостей. Наша сборная по футболу вышла в финальную часть Евро-2016. Еще на разогреве Лимп Бизкит в нашем городе будет играть Noize MC. А, еще у Gorillaz в следующем году выйдет новый альбом. Ну и еще одна хорошая новость. Рабочая неделя подходит к концу, и пора задуматься, как провести эти выходные здорово. В эфире городского телеканала ЮТВ. Афиша. There are very few who have actually witnessed what you were about to see. But for this is food. Ladies and gentlemen, hey! Spark! Nothing less, some more. Dogs bark at the gate. 17 октября пройдет чемпионат области по спортивному туризму на велодистанциях «Серебряные спицы 2015», начало в 11 утра. Закаляйте тело и дух. На таких мероприятиях самое лучшее – это знакомство с новыми и интересными людьми и приятная боль в мышцах после прохождения дистанции. Вход свободный, не пропустите. Семнадцатого октября в 17:00 в Оренбургском государственном татарском драматическом театре имени Файзи открытие 26-го театрального сезона. Открывается он премьерой комедии «Неожиданное счастье». Комедийный жанр спектакля позволяет сквозь смех говорить о таких серьезных вещах, как ответственность каждого за свои поступки, за дорогих и близких людей и, несомненно, о любви. И, как говорится, не было бы счастья. Ну а дальше сами знаете. Теплым и белым, как вата, летом наблюдая лето, снится осень. На львосень все мимо, созерцая все. В эту субботу не пропустите концерт милого и искреннего Гуши Катушкина. Российский музыкант, автор и исполнитель странных и волшебных песен, многие из которых стали интернет-хитами. Например, композиция «Эхо тысячи вокзалов», которую музыкант исполнил с харьковской певицей и пианисткой Марией Чайковской. Песню давно растащили на цитаты на случай важных переговоров и статусов в социальных сетях. Так что 17 октября в стенах андеграунда концерт необыкновенного Гуши. Не пропустите. Хотите разбавить воскресную тишину, вперед из песни на концерт группы «Свобода важнее моды». Российская группа, исполняющая мелодичный, в то же время жесткий и беспринципный альтернативный поп-панк и поп-рок. Группа была образована в Кургане в 2005 году. В 2009 ребята переехали в Питер, где концерт за концертом стали одной из самых узнаваемых групп в своей манере, собирая все больше друзей и фанатов на свои шоу. Ну как ты? Он опять со мной следит! Номер запомнил? Нет, грязью замазан. Грамотно. Культурно проводить воскресенье можно в драматическом театре имени Горького. Именно там состоится показ спектакля «Грибной царь». Жизнь главного героя – круговорот, в бешеном ритме которого переламываются светлые воспоминания, любовные волнения, дружеские отношения и жажда созидания. Вот только не потерять бы себя в этом круговороте событий. Нашему герою начинает казаться, что спасти его может лишь встреча с грибным царем, тем самым, о котором в далеком детстве ему рассказывал дед. Это была афиша в эфире городского телеканала ЮТВ. Как пройдут ваши выходные, зависит только от вас и от вашего настроения. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся через неделю. Пока-пока.